В рубрике «Будьте здоровы» новости второй городской больницы Риги. При современном ритме жизни у людей не всегда есть время для того, чтобы позаботиться о собственном здоровье. Возможным решением проблемы могут стать дневные стационары. Эта услуга становится все более востребованной у пациентов, предпочитающих профилактику лечению. Дневной стационар отлично подойдет для лечения людей, которым не требуется круглосуточное наблюдение медицинского персонала. Пребывание в дневном стационаре – удобная возможность получить полноценное лечение и качественное медицинское обслуживание, и при этом существенно сэкономить финансы и время. В качестве перспективного направления оказания медицинских услуг рассматривают дневной стационар во второй городской больнице Риги. Стратегический план развития второй городской больницы предусматривает развитие дневного стационара, что соответствует плану Министерства здравоохранения. У нас очень комфортабельные палаты для пациентов с нарушением двигательного аппарата. Взнос за лечение в больницу в дневном стационаре стоит 5 лат, и операция стоит 3 лата. Во второй городской работают квалифицированные специалисты различных отраслей медицины. Травматологи, кардиологи, неврологи, ортопеды, хирурги и другие врачи практикуют и в консультационной поликлинике, и в дневном стационаре. Работает кабинет диагностики остеопороза, осуществляется терапия болей. В соответствии с самыми современными требованиями оборудованы отделения интенсивной терапии, 5 операционных залов, кабинет рентгена, а также лаборатория клинической диагностики и отделение физической терапии и реабилитации. Персонал больницы заботится о комфорте своих пациентов. Для них предусмотрено трехразовое питание всего за 2,5 латан в день. При поддержке Рижской думы и европейских фондов в больнице проводятся ремонтные работы. Во второй городской больнице активно происходят ремонтные работы на получение помещений в приемном покое, а также замена новой крыши. Это немножко будет делать нашим пациентам небольшие затруднения, временно попасть в больницу, но больница все равно продолжает работать 24 часа в сутки. И также продолжает принимать больных с острыми травмами. И также продолжает работать наша консультативная поликлиника, где поступают больные после уже до дальнейшего лечения травм или заболеваниям суставов и костей. Во время ремонта особое внимание уделяется комфорту передвижения людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В отремонтированных помещениях уже установлены автоматические двери и новая система вентиляции. Туалетные комнаты оборудованы особо удобной специализированной сантехникой. В ближайшее время закончится монтирование медицинского оборудования для применения новейших технологий диагностики, таких как диагностика патологии костей и суставов при помощи компьютерного томографа последнего поколения. Во второй городской больнице приемлемые цены на все виды медицинских услуг. К тому же больница сотрудничает со многими страховыми обществами. Подробная информация о специалистах и медицинских услугах на домашней страничке www.slimnica.lv.